Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи замечательной поэтессы Вероны Шумиловой. Композиция называется «Благодарю, что не прошли вы мимо». Музыка исполнения Самойла Фрумовича из цикла «Ожившая поэзия». Благодарю, что не прошли вы мимо моих романсов и моих стихов. Решили вы понять необходимо мои слова среди красивых слов. Читали строчки, каждая без грима. Тонули вы в романсовой волне и стали петь восторженно правдиво. И радость каждый день дарили. И ночь не спит, как я, романсы дива поются вами сладко от души. Волшебно так достойно и красиво. И я прошу солиста, не спеши. И песня льется снова для услады. Я слушаю, и грезы сердце рвут. Мне надо эту ночь не спать, мне надо. Мечты ночные радость берегу. Благодарю за все романсы, песни. Тот дар бесценный, он живет, звенит. Весь мир для ваших песен будет тесен, и он в поклоне, он благодарит. Благодарю за все романсы, песни. Тот дар бесценный, он живет, звенит. Весь мир для ваших песен будет тесен, и он в поклоне, он благодарит. Спасибо вам, что не прошли вы мимо моих романсов и моих стихов. Решили вы понять необходимо мои слова среди красивых слов. Спасибо вам, что не прошли вы мимо моих романсов и моих стихов. Решили вы понять необходимо мои слова среди красивых слов. Thank you.
мои слова. Среди красивых слов. Спасибо за внимание. С вами был Самуил Фрумович, музыкальная композиция «Экспромт». Благодарю, что не прошли вы мимо. Стихи Вероны Шумиловой, музыка исполнения Самуила Фрумовича из цикла «Ожившая поэзия».